Разработчики игры Bouncy Mammals предлагают вам восстановить справедливость в животном царстве. По сюжету, пронырливый кот украл большой сыр, чем нарушил тишину и спокойствие на мышином острове. Вам предстоит помочь прыгучему мышу вернуть ценный артефакт на остров и восстановить вселенский порядок. Главный герой Bouncy Mouse обладает интересными свойствами. Он словно мячик-попрыгунчик отскакивает от любых поверхностей и при этом практически не теряет скорость. Остановить его прыгание могут только специальные крючки, заботливо разбросанные геймдизайнерами по уровню. Прицепившись за одну из таких вешалок хвостом, главный герой остается в некотором спокойствии, и вы можете задать направление следующего прыжка. Таким образом, от крючка к крючку главный герой должен продвигаться по уровню, собирая по пути кусочки сыра, преодолевая разные неприятности и уворачиваясь от насекомых. В конце каждого из уровней его ожидает сражение с главным злодеем – котом, после которого головка сыра возвращается к счастливому мышу. Bouncy Mouse – это забавная, очень красивая игра-головоломка, которая поможет скоротать немало времени. Тем более, что она доступна в маркете совершенно бесплатно.